Итак, сегодня я занимался покраской колес. Вот три колеса уже покрасил в белый цвет. Резина, сразу говорю, под замену, если кто не помнит. Вот они стоят, сохнут. Сегодня я при помощи аэрографа буду красить последнее четвертое колесо. Вот она, красочка стоит, разбавленная уже, с хорошей вязкостью, потому что сопло очень маленькое. И просто размешанная краска с отвердителем не канает тут. В общем, компрессор у меня обычный. Насос, можно сказать. Сегодня мы будем красить вот это вот колесико, которое уже загрунтовано с обоих сторон. Сейчас я его уложу под углом для себя. На улице плюс 4 градуса. Это вполне достаточно. Красочка нормально ложится, достойно. Осень. Все, класс. В общем, что, красим.
Так, все колеса загрунтованы. Выглядят они уже по-божески по сравнению с тем, что было изначально. Кант не обязательно отмывать, потому что резина эта древняя. Если взорвется, буду менять 4 колеса. Она вся треснувшая. Опять же, если деньги будут. Поэтому буду ездить до последнего на них. Но это будет свидетельство того, что их надо будет поменять. Вообще, по идее, диски лучше реставрировать без резины. Вот так это вблизи выглядит. Конечно, видно неровности от того, что я с жесткой щетки все это дело проходился, но уж поверьте, сколько было здесь ржавчины с обоих сторон. Это уже капец. Диски буду красить в 2 цвета, наверное. Лаком, наверное, не буду покрывать. Потом посмотрю, какая бильберда у меня получится. Можно, конечно, по-мужски оставить, то есть ну, почти так. Или бы в белый покрасить. Думаю, в белый цвет бы больше пошло. В машине как бы серебристый. Там вот видно, что серебристые диски. Но серебристые диски это ни о чем. Пороги в черный, в лак покрасить бы. Заодно защитить, чтобы не гнило. Она и не гниет. Она у меня на улице вот так и стоит. 8-й год. И диски тоже в черный. Больше, лучше смотрится, чем вот это вот серебро. Это на мой взгляд. Заодно, может, решеточку перекрашу. Теперь у меня краска нормальная есть. Акрил, грунт, лак. Все у меня есть. Вот такое вот маленькое видео. Если что, там с красочкой буду делать, допишу, что в итоге получится. Красочкой работать будет сложнее, красочка гуще, чем грунт. И так как я пользуюсь аэрографом, и компрессор у меня, это насос, грубо говоря, это не компрессор. На компрессор у меня проблема нет шланга, а новый шланг стоит 1200 рублей, это очень дорого. Я считаю, когда я его куплю, я не знаю. Надеюсь, в следующем году и пистолет себе куплю нормальный, и шланг, и у меня компрессор есть. Его там немножко подварить, но у меня уже и сварочник есть. Все у меня есть, поэтому как-то так. Вот этого красавца все-таки хочу перекрасить в белый. Прям, я не знаю, надо было снежок какой-нибудь бело-голубой какой-то брать. И вот этого красавца буду тоже в нормальный черный красить. Хватит уже на нем падать, куплю, наверное. Надеюсь. Ну, как всегда, каждый год одно и то же, да. Куплю новую резину. И все это дело будет перекрашено. Вот эта вот шняга вот под карбон, это то еще уёжество, я считаю. Оно нафиг не нужно. Хотя, ну, люди разные есть. Пацанам, может, нравится, а мне не особо, не ахти. То есть вот эти, может быть, три части и задний багажник с подспинником я оставлю, все остальное буду в черный заливать. В общем, на этом все. Теперь надо, чтобы грунт застыл хоть как-то. На улице +5, то есть это максимум до завтра.